Սանանուն լամինատեհատակներ 2700, 4700, 6700 դրամով։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում և այսօր մեր տաղավարում կխոսենք շատ կարևոր մի թեմայի շուրջ, կատեսակետ, որ ուկրաինական քաղաքների հետ զուգահեռ Կրեմլը ոչնչացնում է իր ազդեցությունը ամբողջ աշխարհում և մասնավորապես հետխորհրդային տարածքում և իմ զրուցակիցն է այս պահին Բերլինի Կարնեգի կենտրոնի Ռուսաստանի և Եվրասիայի հետազոտությունների գծով ավագիտ աշխատող Թեմուր Ումարովը։ Նրա հետ կփորձենք միանալ տեսակապով և խոսել այս կարևոր թեմայի շուրջ։ Добрый день, Тимур, спасибо, что подключились к нам и приветствую вас также в нашей студии, хотя и виртуально. Будем надеяться, что будут еще случаи увидеться вживую офлайн. Как слышно? Здравствуйте, Гар, спасибо большое за приглашение. Тоже надеюсь, что в будущем можно будет в одной студии вместе обсуждать разные. Поговорим об очень интересной и важной теме, как вот эта российско-украинская война сказалась на влиянии России в целом, потому что есть мнение, что вместе с украинскими городами Кремль, Москва уничтожает также свое влияние по всему миру и в частности именно на постсоветском пространстве. И Армения, и Центральная Азия – это страны, бывшие страны советского пространства. Действительно, здесь я с вами соглашусь, особенно если мы говорим про долгосрочное влияние России на пространстве Центральной Азии. Все, что касается Армении, мне кажется, здесь вам виднее. Но по Центральной Азии, действительно, особенно если мы посмотрим на отношение обществ стран Центральной Азии к России, оно меняется, меняется не в лучшую сторону. И полномасштабное вторжение России в Украину – это главная причина происходящего. А вот как Кремль отреагирует, по вашему мнению, или как реагирует вот на эту потерю влияния? Мне кажется, в Кремле недостаточно заинтересованы в долгосрочной перспективе. Мне кажется, те решения, которые принимаются в Москве, они достаточно краткосрочные, и нынешнее руководство России заинтересовано в том, чтобы, грубо говоря, остановить время, да, здесь и сейчас. Особенно если мы учитываем, что внешняя политика России руководствуется, да, направляется в основном одним человеком, Владимиром Путиным, то для него сейчас приоритет как бы вот так вот остановить время внутри России и вне России. Да? Что для него важно? Для него важно, чтобы в Центральной Азии поднимались какие-то волны национализма, национальной идентичности, а все было так, как он привык, чтобы все было. Да? И в этом плане, мне кажется, в долгую Москва не играет, она наблюдает за тем, что происходит сейчас. Ну и сейчас, на самом деле, положение России не так сильно изменилось. Да? Страны Центральной Азии все еще экономически довольно сильно завязаны на России, на высокий уровень трудовой миграции все еще здесь. На самом деле, в прошлом году, казалось бы, поток мигрантов должен был снизиться в Россию, но этого не произошло. Около 10 миллионов трудовых мигрантов отправились в Москву и другие большие российские города за получением какой-то прибыли от трудовой миграции. И этот тренд остается на месте. Поэтому, если мы говорим краткосрочно, то Кремль не особо думает что-нибудь менять. Но в долгосрочную перспективу он не особенно и смотрит. То есть, по вашему мнению, Кремль сделал ставку именно вот на эти тесные экономические связи, потому что в Армении также российский капитал присутствует где-то в 80% эквиваленте. И ставка Кремля именно на это, что экономические связи не дадут вот жестко разрезать пуповину и принять политические решения?
Я думаю, что в Москве экономические отношения рассматриваются как такой фундамент, базис влияния России вовне. И в Москве понимают, что у нее есть большое количество инструментов давления на страны Центральной Азии, если они решат каким-то образом повернуться спиной, да, или хотя бы немножко повернуться к Москве, да, и мы видели примеры такого поведения. Каждый раз, когда, например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял что-нибудь, что не соответствует интересам России во внешней политике, мы видели, что у Казахстана были проблемы с экспортом нефти в страны Европы. Да, надо понимать, что 80% этой нефти отправляется в Европу через российскую территорию. То же самое наблюдается и с российской миграционной политикой. Каждый раз, когда какая-либо страна Центральной Азии ведет себя не так, как хочется Кремлю, мы видим, что разные силовые ведомства российские или ведомства, которые занимаются миграционной политикой, вводят какие-то новые ограничения или начинаются какие-то облавы, проверки, которые очень широко распространяются в СМИ, и таким образом Россия пытается надавить на те или иные решения, которые принимаются в Центральной Азии. Да? То есть она использует экономические связи как такое оружие против независимой внешней политики стран Центральной Азии. Не только стран Центральной Азии, но также и Южного Кавказа, и в частности по отношению к Армении. Если Армения пытается хоть как-то или как-то не угождает Кремлю, то сразу закрывается ЛАР, заявления какие-то делаются относительно проверки продукции. Ну а вернемся к теме и к долгосрочной перспективе. То, что началось под Киевом, должно логически завершиться в Москве. По вашему мнению, вот у коллективного Запада, у мира в целом, есть какое-то представление относительно будущего России и конкретно Владимира Путина? Потому что есть мнение, что Соединенные Штаты не хотят окончательно развалить Россию, потому что она тогда она пойдет вот, под Китай. И... их цель увидеть слабую, ослабленную Россию, но без вот раздробленности. Здесь я должен сразу признаться, что я не занимаюсь плотно внешней политикой стран Запада и, в частности, США. Здесь есть огромное количество экспертов, которые за этим следят и намного лучше меня представляют положение вещей. Но надо понимать, что нет никакой единой политики, как бы нам не хотелось или хотелось наоборот. Даже в таких странах, как США, которые очень активны во внешней политике и занимают большое место, в принципе, в глобальной политике, даже там есть разные стороны, разные группы, которые по-разному смотрят на Россию и все, что происходит вокруг России. Да, есть так называемые ястребы, которые придерживаются каких-то радикальных сценариев, есть более такие консерваторы, которые за продолжение привычного статуса кво, да, насколько он сейчас возможен. Поэтому я думаю, что политика Запада в отношении России будет зависеть как раз от того, как сложатся карты, собственно, этих групп интересов внутри США, да, на предстоящих выборах, и кто окажется более убедительным перед, в первую очередь, электоратом. Вернемся к более вам знакомой теме, конкретно к теме ОДКБ, потому что как и Армения, так и Казахстан, Беларусь, они члены этого военного блока. В Армении весьма неоднозначное отношение к ОДКБ, относится как к блоку, который ничего не знает, ничего не видит, ничего не слышит и отличается умопомрачительными заявлениями. Вот есть такое представление о том, что Армения не должна выходить из ОДКБ, чтобы за этим не последовал гнев Москвы, а должна тихонько сидеть в сторонке и ждать, пока Казахстан развалит ОДКБ. Так сказать, не быть в авангарде этого процесса.
развала. Да, с началом вторжения России в Украину стало появляться очень много теорий о том, что будет теперь с интеграционными площадками России в мире. Да, в первую очередь, конечно, касается организации договора о коллективной безопасности, потому что это вот флагман России на постсоветском пространстве. И действительно в ОДКБ очень завышенные ожидания, учитывая, что это единственная площадка, где прямо говорится о военном сотрудничестве между странами, которые входят в эту организацию. И это до, на самом деле до войны считалось таким рабочим инструментом России, с помощью которой Россия как бы демонстрирует то, что она тоже такая же, как и там, например, США со своим НАТО, да, у России тоже есть вот свое ОДКБ. Но очень много примеров мы знаем и из недавней истории, и вот происходящих буквально прямо сейчас, примеров того, как ОДКБ выглядело абсолютно беспомощной, абсолютно недееспособной организацией. Да, Армении это знакомо, наверное, лучше, чем кому-либо еще. Все, что касается, да, все, что касается конфликта Армении и Азербайджана, это как раз яркий пример того, насколько эта организация беспомощна и непонятная. Есть и другие члены ОДКБ, которые ощущают примерно то же самое. Да, у нас в прошлом году было несколько конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном, и в эти конфликты ОДКБ тоже не вмешивалось. Хотя были просьбы со стороны Бишкека и со стороны Душанбе что-нибудь предпринять, но ОДКБ опять отстранилось. Но надо понимать, что в Москве ОДКБ выделяется такая особенная роль. Да? ОДКБ в понимании России – это организация, которая была создана не для того, чтобы, как это написано в уставе, действительно защищать членов этой от любых вызовов, рисков и кризисов в сфере безопасности, а для того, чтобы помогать дружественным авторитарным режимам сохранять вот эту вот стабильность и сохранять свою силу, свою власть в моменты кризиса. И яркий пример того, что эта организация была создана как раз для этого, был январь 2022 года, когда в Казахстане были массовые беспорядки, которые одновременно были использованы группами элит для того, чтобы побороться друг с другом. И тогда Россия действительно вмешалась, это было символическое вмешательство, да, никаких действий со стороны ОДКБ не требовалось, но сам факт того, что Россия показала, на чьей она стороне, он сыграл очень большую роль в том, чтобы этот кризис быстро закончился. И вот, как мне кажется, это многое говорит об организации. России не нужно вмешиваться во все конфликты, которые происходят на пространстве ОДКБ, а нужно вмешиваться только в те, которые подвергают опасности дружеский авторитарный режим. И тут каждая страна уже по-своему смотрит на эту организацию. Да? Есть страны, которые входят в ОДКБ и не являются исключительно авторитарными. Да? Армения, например. Извините, что прерываю. То есть, если бы в Армении был другой режим, не демократический, а авторитарный, ОДКБ пришло бы на помощь Армении? В ущерб интересам Азербайджана? Если бы конфликт подразумевал, что стабильность этого авторитарного режима имеется какой-то, ну, если бы условно конфликт с Азербайджаном подвергал опасности стабильность этого режима и режим мог бы пасть, то я думаю, мы бы говорили про другую ситуацию. Да. А относительно вопроса, Казахстан развалит ОДКБ или нет? В Казахстане, несмотря на те реформы, которые были заявлены еще в 2019 году, потом новая волна реформ после января 2022, все еще сохраняется
авторитарный режим, который по-прежнему считает себя союзническим России. Поэтому это не в интересах нынешнего руководства Казахстана, как бы это ни казалось не таким на самом деле, но это не в интересах Казахстана разваливать эту организацию. В интересах руководства Казахстана поддерживать союзнические отношения с Россией, несмотря ни на что, но одновременно делать все, чтобы не попасть под вторичные санкции со стороны стран Запада. Именно это, по вашему мнению, обусловлено вот такое довольно жесткое заявление Касима Жомарта Токаева на форуме относительно позиции? Да. Угу. Да, абсолютно верно. Казахстан риторически делает все, что возможно, чтобы страны Запада не включили Казахстан в список агрессоров против Украины вместе с Россией. А все, что не касается санкций, все, что не опасно для Казахстана с точки зрения санкций и с точки зрения международного имиджа, это все продолжается. Да? Токаев ездит в Москву достаточно регулярно, Путин собирается осенью приехать в Казахстан, и они в целом друг с другом общаются довольно часто и регулярно. И во время этих разговоров, я уверен, Токаев делает все возможное, чтобы у Путина сложилось впечатление, что Казахстан по-прежнему можно называть союзником Российской Федерации. И нашим, и вашим, то есть политикам. Да, да, политика такого баланса. Ну, что еще ожидать от человека, который президент, но по профессии дипломат. Спасибо, Тимур, за интервью, за комментарии. У нас еще будут случаи подключиться и поговорить о главных темах внешней политики и Центральной Азии. Նշեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցեցինք Բեռլինի Կարնեգի կենտրոնի Ռուսաստանի և Եվրասիայի հետազոտությունների գծով ավագ գիտաշխատող Թեմուր Ումարովի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում։